14 февраля глава Чувашии выступит с ежегодным посланием Государственному совету и народу Чувашии. В 10 часов прямая трансляция сессии Госсовета начнется на российском информационном канале «Россия-24», а также в эфире национальной телерадиокомпании. В 18:30 смотрите видеоверсию послания. В Чувашии будет создан институт уполномоченных по защите прав предпринимателей. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Документ предусматривает усиление гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей, обеспечение быстрого, беспрепятственного и открытого рассмотрения жалоб на необоснованные действия органов власти. Также будет учреждено почетное звание «Заслуженный предприниматель Чувашской республики». Кабинету министров поручено разработать инвестиционную декларацию, в которой будут сформулированы принципы взаимодействия, утвердить дорожную карту внедрения стандарта деятельности органов госвласти по обеспечению защиты прав и интересов бизнесменов.